Це «Лайв-студія» на 7-му телеканалі. Вітаю, мене звуть Наталія Костенко. Майже 4 мільйони перехворілих, більше 100 тисяч летальних випадків і практично 50% щеплених громадян України. Про те, наскільки добре ми впоралися з викликами пандемії COVID-19 у 2021 році і чи маємо надію на те, що подолаємо вірус – у 2022-му. Говоримо просто зараз. Я радо вітаю гостей моєї студії. Сьогодні до нас завітали Олена Артемова, директорка КНП «Дитяча міська клінічна лікарня номер 3». Вітаємо вас, пані Олено. Ігор Йовенко, завідувач відділення анестезіології і інтенсивної терапії та анестезіолог-реаніматолог медичного дому «Одрекс». Пане Ігорі, добрий день. І Марія Самощенко, співзасновниця амбулаторії педіатрії та сімейної медицини «Дитина та родина». Пане Марія, доброго дня і вам. Дякую, що ви сьогодні з нами. Тож, перше питання. Як ви вважаєте, давайте почнімо з не дуже добрих моментів, а закінчимо все ж таки на позитиві. Як ви вважаєте, що стало головною поразкою боротьби з COVID-19 в минулому році? На жаль, ми пам'ятаємо такі прецеденти, як нестача ліжок на піку хвилі, рівень заробітних плат медиків і також їх нестачу, ну і кисневу кризу. Могу я начать? Будь ласка. Ну, у нас получается, что тогда не с очень негативного, потому что я как представитель первички здесь единственная, да, то есть первичная амбулаторная медицинская помощь, это педиатры, семейные врачи и терапевты. Наши зарплаты растут, если честно, год от года. Мы очень положительно относимся к той реформе, которая произошла, учитывая все те минусы, которые имеются для вторичной и третичной медицинской помощи. Но пока первичка идет своим шагом, и я надеюсь о том, что это будет также развиваться, как сейчас, и включит и наших коллег из узких специалистов и стационаров. Я думаю, что вот ближайшие, наверное, лет 5, если смотреть правде в глаза, это превратиться во что-нибудь человеческое, с человеческим лицом, которое будет обернуто как к пациенту, так и к медикам. Да? А если мы говорим о недостатках того, что произошло в прошлом году, то это, безусловно, скорее вакцинальная кампания. А вот все то, что вы перечислили после этого, это и недостаток кислорода, и недостаток на пике волны мест в больницах, это следствие того, что мы так и не смогли убедить наших сограждан в том, что ко второй волне прошлого года, которая началась там в сентябре месяце, октябре, мы были не привиты в том проценте, в котором необходимо было для того, чтобы создать эпид-прослойку для предотвращения. Скажіть, будь ласка, на жаль, наприкінці минулого року ми бачили ситуацію, коли навіть представники, ваші колеги так званої лікарні водників виходили, перекривали дорогу і говорили про те, що ну, це пов'язано саме з ковідними виплатами, яких вони не отримують. Да. Як вважаєте, чому так сталося? Учитывая, что я не погружена во вторичную и третичную медицину, я не могу точно сказать то, что я слышу от своих коллег, да, вот в личных разговорах. Это огромная несогласованность между бюджетами государственными, действиями чиновников и руководителей больниц. То, что я слышу непосредственно от врачей, и, безусловно, это только личное мнение, да, я еще раз говорю, я не знаю ситуацию изнутри, все же я главный врач амбулатории. Поэтому это просто несогласованность. Пані Олено, погоджуєтеся, що все ж таки це момент от незгоджених дій між певними структурами, можливо, навіть починаючи з НСЗУ і закінчуючи очільниками певних лікарняних закладів? Ну, я, во-первых, хочу сказати, що я не можу бути арбітром в області оказання допомоги. Я представляю все-таки, я руководитель детской городской больницы, и мы 2 года работаем в ковиде, мы упорная лекарня по ковиду. И я хочу сказать, вот спустя уже вот эти 2 года, которые мы проработали с ковидом, что мы с этой задачей справились, и на сегодняшний день вот все те проблемы, которые вы перечисляли, они, к счастью, нас не коснулись.
мы полностью смогли обеспечить наших пациентов всеми медикаментами согласно протоколам лечения. Мы смогли обеспечить полностью кислородное обеспечение. У нас не было ни одного единственного дня, когда у нас не было перебоев, чего-то. Наши пациенты получают бесплатное питание. Родители до 7 лет тоже получают, находятся с детьми, питание. Мы отдаем абсолютно все те медикаменты, которые у нас есть в больнице. Родители наши не покупают, кроме средств индивидуальной защиты. Я бы хотела сказать о том, что в прошлом году у нас фактически было нормальное финансирование по ковидному пакету, кроме периода летнего, когда, естественно, был спад заболеваемости, и некоторые лечебные учреждения были выключены с этого ковидного, с ковидной постановы. В частности, так случилось и с нами, хотя мы принимали ковидных больных. Но потом, благодаря как бы действиям управления департаментов и МОЗа нам, и Национальной службы по здоровью, нам эти средства вернули. Я хочу сказать, что когда изначально принимался бюджет, то вы слышите средства массовой информации, говорилось изначально и министром здравоохранения о том, что выделена определенная сумма, и нехватка была в бюджете, по-моему, 100 миллионов гривен на того, чтобы полностью покрыть медицинский пакет программы «Мышечные гарантии». И когда депутаты говорили, что мы делим из того, что вот у нас есть сумма, и мы ее делим в зависимости от, в общем-то, количества средств. Поэтому, естественно, что программа «Мышечные гарантии», она не смогла в 100% случаях обеспечить всех бесплатными медикаментами и какими-то видами услуг, это правда. И те учреждения, которые, возможно, вот быстро как бы не среагировали на такие вот вызовы. Возможно, вот были проблемы какие-то с кислородом, но опять-таки я в этом области не эксперт, потому что у нас все это было. Вот, и хотела бы сказать, что мы очень надеемся на то, что в этом году все-таки принимается постанова и принимается решение о повышении заработной платы. Нам очень хочется верить, что это не просто будут доплаты к оплате медицинских работников, которые будут доплата престижности профессии. Все-таки нам бы очень хотелось, чтобы это было увеличение тарифных ставок. Потому что все надбавки, они идут, привязаны к тарифным ставкам. И все доплаты, и ковидные доплаты. Поэтому мы верим в то, что все-таки есть какое-то движение, как говорила моя коллега, что каждый год зарплата увеличивается. И я не хочу говорить о том, что она увеличивается. И только благодаря этому мотивации сотрудников, только благодаря тому, что мы смогли удержать наших сотрудников. В этом году у нас очень мало врачей. У нас с врачей практически никто, пару человек уволились, они ушли в частные структуры, потому что там действительно зарплата была более интересная, но практически все остались на местах. Такой ситуации нет у нас по медсестрам, к сожалению, но мы надеемся, что в этом году она выровняется. Вы знаете, у нас є і представник приватного сектора медичного, тож я зараз собі дозволю поставити всім вам нескромне питання. Скажіть, будь ласка, які в середньому рівні зарплати в вашому закладі у лікаря і у медичної сестри? В моєму учреждені є тільки одна медицинська сестра, виконує функції, в тому числі там маніпуляційні, да? Все остальные у меня администраторы. Это связано с тем, что у меня частная медицинская амбулатория, и большинство функций, которые в государственных учреждениях амбулаторных возложены на медицинских сестер, он выполняют сами врачи или администраторы. Я не думаю, что на самом деле корректно, но это достаточно большие зарплаты. Ну, в диапазоне? Ну, у врачей? Так. Это около 1000 долларов. Чудово. Возможность есть больше. Все зависит от того, как они работают, безусловно. Дякую за відповідь. Это официальная зарплата. Я розумію, що, власне, і приватному сектору, і тим більше державному сектору буває дуже важко розмовляти про заробітні плати, але все ж таки, мені здається, що чим більше конкретики і конкретних цифр звучить в ефірі, тим ми більше надаємо змогу нашому глядачу довіряти тому, що відбувається в студії. Пані Олена. Но я хочу сказать, что действительно говорить о зарплате некорректно, и среднестатистическую зарплату тоже неверно, потому что у нас работают и младшие медицинские сестры, и средние, и доктора, и заведующие отделения. Естественно, что у всех
зарплата разная, в зависимости по критериям там, оценки качества и еще другим моментам. Но я просто хочу сказать, что 300%, та, которая платилась от заработной платы, от ставок, она, в общем-то, позволила нам удержать наших сотрудников. И у нас были периоды, когда мы платили реально 300%, когда мы были очень загружены ковидными пациентами, это тоже учитывалось, и доктора меньше, чем 20 тысяч не получали, медсестры получали и 13, и 15, ну и меньше получали санитарки. Вот. Но это было так не всегда, естественно. То с момента спада заболеваемости летом мы вернулись практически к тому, что мы получали фактически ту зарплату, которую обычно. Но я хочу сказать, что у нас в городе беспрецедентная ситуация, когда местная власть не оставила нас один на один с своими проблемами. Она одна из немногих установила муниципальные доплаты тем работникам, которые работают в ковиде. И эти деньги, они, по сути, до сегодняшнего дня, независимо от средств Национальной службы здоровья, поддерживают наших медиков. И эти доплаты варьируют от 3000 максимум до 8. Вот 8000 гривен к той зарплате, которую получали, ну, я часть, говорю, там, заведующие или там 5 тысяч медсестры, 3 тысячи санитарки, они были, там есть нормативы, как бы ограниченные там нормы, которые распределены в зависимости от персонала, младший, средний или врач. Вот, они, по сути, особенно летом, нам помогли опять-таки быть на плаву и помогли людям достойно вот, выходить из этой ситуации. Пане Ігорю, у вас так само, як і у пані Марії, є така унікальна можливість говорити і від обличчя сектору приватного, але я певна, що ви спілкуєтеся із колегами, які працюють на державу. Тож, ваша думка щодо зарплат. Ну, якщо можете, будь ласка, також хотіла б, аби було все справедливо, до вас звернутися і запитатися, які зарплати мають ваші співробітники? Я думаю, що я не зможу назвати цифри, поскольку не уполномочен это делать. Но могу точно сказать, что коммерческая медицина сегодня предоставляет медикам лучшие условия оплаты. И это одна из причин оттока медиков в коммерческую медицину. Если взять по сути, в среднем да. По Одессе, коммерческая медицина, какие надает зарплаты лекарям и медсестрам? Ну, я думаю, что коммерческая медицина на сегодня уже выполняет обещания президента и дает возможность врачам получать те деньги, которые озвучивал господин Зеленский. Нагадайте, причем, пожалуйста. Ну, это 20 тысяч и больше, это может быть, причем это легальная и зачастую налогооблагаемая легальная зарплата, которую, это ну, після вже, которую не стыдно получать и не нужно прятать. Вот, конечно, немножко, несколько меньше зарабатывают фельдшера и санитарки, но судя по тому, что мы имеем достаточное количество персонала и имеем все время запрос на собеседование, на дополнительный персонал, люди приходят, обращаются с желанием работать. Я так понимаю, что условия финансовой работы устраивают и наших санитарочек, и наших фельдшеров. Конечно, в человеческой природе всегда хотеть больше, но на сегодня мы получили возможность работать в хороших условиях, и очень важна еще и обеспеченность техническая и материальная этой работы. То есть вот у нас, умовы, я могу абсолютно спокойно говорить, что у нас не было перебоев с кислородом, что нам хватало всех дыхательных аппаратов, нам хватало всего, чего было нужно. И мы оказывали помощь нашим пациентам на достаточно высоком уровне, достойном, соблюдая все стандарты и протоколы. Розумію, що зараз ось цей діалог про заробітні плати, він досить болючий, але не могла не підняти цю тему, адже ми розуміємо, що ось я вже наводила приклад щодо акції протесту медичних працівників лікарні водників. Також, на жаль, ми пам'ятаємо приклади такі наводилися у цій студії, власне, що от медична сестра з багатим досвідом у пік пандемії, вона вирішує піти з державного лікувального закладу в ветеринарну приватну клініку, бо там платять більше. І, на жаль, торік ми мали багато таких прикладів.
Скажіть, будь ласка, давайте переходити все ж таки до питання вже не фінансового рівня. От зазначила Марія про те, що для неї поразкою минулого року все ж таки стало саме темпи вакцинації. На вашу думку, це так, чи маєте власний погляд на те, з чим торік не впоралися? Я поддержу коллегу, что, скорее всего, это самый большой провал на уровне государства Украины. Это не обеспечение адекватной вакцинальной кампании. Мы видим, что в большинстве европейских стран количество привитых людей 80 и больше процентов. И это помогло справиться с пандемией и сделать более открытыми условия жизни, условия работы бизнеса, то, о чем мы все мечтали. Ну, почему я так уверенно об этом говорю? Потому что из всех госпитализированных в нашу клинику в эту волну 95-97, наверное, процентов это были непривитые люди. В отделении реанимации за весь период этой волны мы видели только двух привитых людей, все остальные были непривитые. И, к сожалению, летальные исходы – это непривитые пацієнти. Як ви вважаєте, чому так склалося? От ви вже провели аналогію з іншими державами, де темпи вакцинації вражали. Ну, наприклад, вчора ми знов-таки в ефірі згадували про Ізраїль. Да? Недовіра до держави, власні якісь забобони, страхи. Чому так сталося? Замало реклами, пропаганди вакцинації. Я думаю, що дуже багато факторів. С самого начала кампания вакцинации была недостаточно организована. Обещания появления вакцин, они не совпадали по времени. Первые вакцины, которые появились в Украине, тоже были, если вы помните, завезены сомнительным, странным путем очень. Для этого лично министр здравоохранения летал на завод, договаривался о доставках. То есть это все выглядело для простых людей очень мутными схемами, можно так сказать, непонятными. Как вакцина к нам попадала, как ее предлагали прививать, вакцины каких производителей к нам попадали, как информировали людей о вакцинах разных производителей. Почему не все вакцины, которые предлагались в Украине, сейчас признаются в Евросоюзе, и, соответственно, часть привитых людей не имеет возможности получить вакцинальный паспорт международного образца. Очень много вопросов организации вакцинальной кампании. И, конечно же, большую роль сыграла в этом позиция многих так называемых антивакцинаторов. И мне, среди каких, до речи, и мне очень, очень горько говорить об этом, что среди них есть и достаточно авторитетные врачи с профессорскими званиями, с наличием большого количества людей, которые к ним прислушиваются. Это, ну, как для меня, как для медика, уже достаточно большим стажем работы, я бы смело назвал это профессиональным преступлением убеждать людей не вакцинироваться. Врач, имеющий достаточный уровень образования, право на работу с пациентами, лицензию, диплом, он не имеет права говорить то, что не соответствует современной доказательной медицине. Тут не нужны свои мнения, тут нужна четкая позиция медицинского сообщества о том, что сейчас достаточный уровень вакцинации населения, наш единственный шанс справиться с пандемией и с теми ограничениями, которые она вносит в нашу жизнь. Да, возможно, это не окончательный ответ, потому что действительно вакцины очень быстро были утверждены, но количество наблюдений во всем мире увеличивается, это достаточно достоверные, заслуживающие внимания данные, которые публикуются ведущими мировыми организациями по инфекционному контролю, по инфекционным болезням, которые абсолютно заслуживают доверия. И именно эти данные нужно доводить до широких слоев населения, а не пытаться высказывать какое-то свое видение и сомнительные рекомендации. Ну, якщо знов-таки повертатися до прикладу Ізраїлю, вчора таку чула інформацію, що там згортаються вже шпиталі, які були розгорнуті в пік пандемії, і все ж таки можна сказати, що у цій країні пандемія вщухає.
Пані Олено, до вас питання коротке, і будемо переходити на позитивні моменти. Як вважаєте, що стало в минулому році головною нашою поразкою у боротьбі з COVID-19? І як вважаєте, що стало головною перемогою? Я, може би, скажу більш оптимістично, і, може, не так коротко, як ви просите. Я хочу сказать, что мы начинали, стартовали в эту эпидемию, ну, начиная с от начала ее, в разных весовых категориях с другими странами. Вы не забывайте, что мы та страна, которая не получала 2,5% ВВП на здравоохранение, в отличие от США, там где 24% ВВП. И вы понимаете, что страны, которые на сегодняшний день разрабатывали вакцины, они первыми обеспечивали их прежде всего себя, и только потом в очереди, и вы же понимаете, мы та страна, мы не Израиль, которая имеет определенный запас ВВП, который может сразу же оптом наперед закупить все вакцины сразу для всей страны и сразу две дозы. Мы стояли в очереди, и мы рассчитывали только на те гуманитарные изначально помощь, которая нам выделялась. Поэтому нельзя говорить о том, вот они привились. Я считаю, что 40, почти 50% населения сегодня привито. Это большое достижение. И надо не забывать о том, об этом молчат, но большое количество людей переболели, а это те люди, которые получили естественный иммунитет. Да, может, они не вакцинированы, но они сегодня имеют хороший иммунитет. До речі, я хотіла запитатись на цьому моменті. Пам'ятаєте, ми ще з початку пандемії говорили про той омріяний колективний імунітет. Сьогодні можна про нього говорити? Ви ж розумієте, що по закону епідеміології ми уходимо з пандемії тоді, коли уменьшается вот эта площадка, на которой вирусы имеют способность мутировать. Чем больше непривитых и непереболевших людей, тем больше возникает возможностей мутации вируса. Вот последний вирус омикрон имеет колоссальное количество, 30 с чем-то мутаций. Вот предыдущий там имел только несколько мутаций. И это говорит о том, что невзирая на то, что колоссальная уже степень привитости населения Земли, все равно вирус мутирует. Но он изменяет свои свойства, и он ослабевает, и по последним данным великобританских ученых, что все-таки из 100 заболевших только 20 не нуждается в госпитализации, в оказании помощи. Я бы хотела сказать достижением того, что, к счастью, в нашей стране, невзирая на то, что у нас, вы говорите, медицина такая несовременная, все, в общем-то, был провал, я не считаю никакого провала. Вот это мое личное субъективное мнение многих моих коллег, потому что у нас не было такого коллапса, как был в Италии, был в Испании, с колоссальным количеством жертв. Да, мы знаем о тех проблемах, которые существовали, их уже перечисляли, но я считаю, что колоссальным достижением, что наша система, невзирая на то, что вот она такая была еще не сильно современная, и такая она вот не обеспечена, не такая высокотехнологичная, как в других странах, но однако мы гордимся тем, что у нас есть колоссальное количество наших врачей, которых нам хватило, опытных, которые учились на ходу. И я вам хочу сказать, что протоколы лечения, те, которые принимались просто с поезда, понимаете, вот принимались, вот услышали там американцы, да, вот это эффективно, заметили, что этот препарат эффективный, и тут же наша страна и наше руководство и наша, скажем так, экспертная группа старались их реализовать. И в этом тоже достижение. И я хочу сказать, что смертность, она действительно большая, и говорят о том, что цифры четвертой в мире, смертность от ковида, она большая, это ужасно грустно и ужасно больно, что большое количество людей погибло, не смогли выйти с этой пандемии, но я хочу сказать, что большая часть мы спасли. Мы спасли, мы спасаем и дальше. И я работаю в детской больнице, и я вам хочу сказать, что вот нынешняя вот пандемия осенняя, она была значительно тяжелее, чем две предыдущие. Она значительно была агрессивная. Мы пролечили фактически за эти два года около 1000 детей с подтвержденным ковидом. А я не говорю о тех детей, детях, у которых поступали к нам почти 8000 с пидозрою. И эти 8000 с пидозрою там были 50-50.
И, в общем-то, там часть детей была с ковидом, которую мы не могли просто подтвердить. И не было тогда еще ИФА, достаточно чувствительный спайк белка мы не могли определять. А ПЦР-диагностика иногда в поздних случаях, она уже была, в общем-то, не ловила активность вируса. Поэтому я хочу сказать, вот единственное, мне кажется, что немного промашка случилась в том, что мы же видим структуру смертности. Это все-таки 50+. Как бы там ни было, да, есть ужасные случаи, группы риска, беременные и дети, которые там с тяжелыми заболеваниями, наследственными, тяжелыми пороками сердца, которые были в группе риска, которые тяжелейшим образом протекали у них эти заболевания. Но в первую очередь привакцинировать нужно было 50+. Молодежь, она легко переносила. Да, она была источником инфицирования, она более активна в обществе, но все-таки акцент надо было ставить на тех пожилых людей, которые составили вот эту прослойку тех людей, которые погибли и не смогли выбраться с этой ситуации. Дякую вам за розлогу відповіді з фактажем. Пані Марія, до вас питання таке ж саме ставлю. Все ж таки, що вважаєте, ви відповіли вже головною поразкою, а що вважаєте головною перемогою? Я, наверное, поддержу колегу. На самом деле, я думаю, что так, как мы справились с пандемией, исходя из исходных данных, да, наших, и то, что мы видели по телевизору и разговаривали там с родственниками, которые живут в Европе, так как у них происходило выявление там больных, дальнейшая диагностика и лечение, благодаря еще советской системе, которая была не до конца разрушена, благодаря тому, что вот моя коллега все время говорит «наши родители, наши дети». Это характерно для педиатров. Я тоже по одному из образований педиатр. Вот. Мы до сих пор воспринимаем пациентов как своих. У нас нет дистанцирования от пациентов, как это есть в Европе очень часто. Поэтому, когда у них там пациент падает сатурацию там ниже 50, это просто какая-то там бригада парамедиков его откуда-то заберет, потом куда-то привезет, и он там, может быть, где-то умрет. Примерно так. У нас наш пациент заболел ковидом, наш пациент каждый день на контроле. Количество... повышение собственного уровня образования, вообще приобретение компетенции, которое было сделано за прошедший год, это просто прорыв, как ну, там, личный, да, каждого врача, так и в целом медицины. Я могу точно сказать, что несмотря на то, что у меня там, например, 4 специализации в медицине, которыми я активно работаю и дополнительно еще приобретаю, я до пандемии коронавируса, уж простите, не слышала про кальцитонине, дедимерии, ну и ферритине в разряде иммунологических реакций. Да? То есть есть какие-то такие параметры, о которых врачи-реаниматологи, безусловно, знают. Это их парафия. Мы всегда говорили, ну вот есть амбулаторный уровень оказания медицинской помощи, есть там первично-стационарный, есть очень сложный. Да? Теперь можно смело говорить, что большинство компетентных врачей могут оперировать такими показателями, цифрами, препаратами и тяжестью исходного состояния пациентов, который позволяет не положить пациента в стационар. Да? То есть если мы говорим, например, о госпитализациях, да, то та госпитализация, которая, например, была в первую волну, и та, которая была во вторую и в третью волну, она же постоянно снижается у каждого врача, несмотря на повышение тяжести течения ковида, потому что тут компетенция врача, растет доверие между врачом и пациентом, своевременность обращения за медицинской помощью, если пациент с врачом имеет хороший комплаенс. И, соответственно, это позволяет снижать как смертность, так и позднюю госпитализацию, которая чаще всего приводит к смертности. Поэтому это, наверное, достижение. Да, оно было достигнуто в полевых условиях, да, то есть вот реально на поле битвы, именно так каждый, думаю, себя врач чувствовал. Такое ощущение, что ты из боя не выходишь. Вот такое ощущение, что в полевом госпитале работал. Я думала, например, что вот тогда вот в апреле, когда мы были на пике, что я не доживу до конца этой волны, потому что истощение было эмоциональное и физическое. Нам просто нечем было сравнить. Когда мы дошли до там, октября-ноября, мы поняли, что можно работать больше, эффективнее, с большей отдачей, да? Хотя тоже казалось, что я не доживу до конца этой волны. Поэтому вот это повышение квалификации медицинских работников всех уровней позволит, с одной стороны, задержать этих медработников на тех местах, на которых они находятся, но как минимум задержать их в стране.
Потому что когда была та первая волна в позапрошлом году ковида, ведь очень большой отток произошел за границу. Они предоставляли уже очень высокие зарплаты и выше уровней возможностей, которые у нас не было. А вот в эти две волны, которые были в прошлом году, мы уже много что могли, умели. У нас быстрее реализовывалось изменение в протоколах, намного быстрее. Иногда буквально каждые там две недели, да, нам приходили новые рекомендации, у нас вводились новые препараты. Более эффективно была организована госпитализация тяжелых больных. Да, на пике, честно, некуда было ложить. Да, это правда. Но, с другой стороны, ну невозможно же всю страну ложить в больницу в несколько дней. Ну вот, да, заболеваемость была именно такова. Тут, с одной стороны, это ответственность тех пациентов, которые не защитили себя. И я считаю, что это объективная реальность. Да? Им дала возможность и временная, да, и информационная, и, собственно говоря, наличие самих вакцин, любых уже к тому времени. Да? Но, с другой стороны, наверное, система сделала очень многое для того, чтобы те, которые были госпитализированы, выжили и вышли, и дальше на реабилитацию, опять же, на первичный уровень, который тоже и этому уже подучился. Я еще хотела добавить. Да. Можно 2 секунды? Будь ласка. Потому что я представитель государственной медицины, и вы же понимаете, что нас сегодня всегда отличало от частной структуры. Отличалось от частной структуры несоответствие, скажем так, материально-технической базы. Всегда частные структуры были более состоятельные, более обеспеченные. Я вам хочу сказать, как представитель государственной медицины, вот, в этом году я считаю, что это достижение, работа Национальной службы здоровья и власти в том, что сегодня мы все стоим перед, ну, в общем-то, скажем так, страной на одном старте, у нас одни и те же требования. И сегодня в этом году и предыдущем, ну, в прошлом году и вот за эти 2 года мы настолько стали оснащенными, мы настолько приобрели новейшего оборудования, мы настолько сегодня материально, наша материальная база, никогда, я не помню, с 90-го года в системе здравоохранения, я не помню таких вот вложений в систему здравоохранения со стороны власти. Это колоссальные средства были, которые были направлены на то, чтобы наша медицина была конкурентной. И я хочу сказать, что вот моя детская больница, а мы ничем не отличаемся от любой частной клиники, потому что у нас есть все, у нас есть квалифицированные специалисты. Мы на сегодняшний день мы приобрели колоссальный опыт. Колоссальный опыт. Мы общаемся, сегодня наши специалисты владеют языками, они умеют общаться, мы общаемся с коллегами из-за рубежа, мы пользуемся общими протоколами, мы дальше стремимся использовать весь наш ресурс для развития. И есть те люди, которые пришли в медицину не просто так, чтобы работать, а люди, которые преследуют свои, в общем-то, идеи, и люди, которые влюблены в эту профессию. Для врачей самое большое счастье назначать то, что ты должен назначить, а не то, что есть. Использовать те современные методики и технологии, которые самые эффективные сегодня в мире, и мы их используем. И в этом наше врачебное счастье – максимально помочь большему количеству населения. И в этом я чувствую, что в этом колоссальная победа. Если позволите, 2 слова добавлю еще. Будь ласка. Очень приятно слышать от коллег, и поддержу это с удовольствием, о том, что в общем медицина и система здравоохранения в Украине выросли, в том числе благодаря таким боевым условиям, в которых надо было расти быстро, так же, как росла наша армия в боевых условиях, так же и медицина. И очень важно, чтобы еще выросла социальная ответственность каждого гражданина в этой стране точно так же, потому что еще один фактор борьбы с пандемией – это соблюдение рекомендаций врачей, эпидемиологов, инфекционистов. Это простые вещи. Ношение масок, избегание больших скоплений людей, соблюдение правил проезда в общественном транспорте в условиях пандемии, правил поведения в торговых центрах в условиях пандемии. К сожалению, мы видим, что это далеко не всегда соблюдается. И в разных регионах, кстати, по-разному. В Киеве, во Львове, в Одессе люди по-разному к этому относятся. И Одесса, на мой взгляд, один из лидеров социальной безответственности в условиях пандемии. Поэтому призываю всех граждан, которые хотят победить вирус, победить пандемию, к социальной ответственности.
И вот, вот к этим простым вещам, которые просят выполнять врачи, эпидемиологи, инфекционисты. Это всем нам очень поможет. Мы должны любить и уважать друг друга. И это наш путь к улучшению нашего качества жизни и к борьбе с эпидемией этой успешной. Знаєте, я пам'ятаю, що торік ми активно у цих студіях говорили про те, що під час самого важкого випробування навіть була така напруга, коли лікарі не безпідставно, давайте погодимося, ставили таке питання, вибачте, вони, так, одразу йде відділення певне, вони не вдягають маски, вони не хочуть безкоштовно щепитися, вони йдуть без масок і без щеплень у торгові центри. Чому ми, тобто лікарі, маємо їх лікувати, власне, втрачаючи своє здоров'я, а під час бувало таке, що і життя, якщо ніхто не хоче брати на себе відповідальність за власне здоров'я. Був такий, пам'ятаєте, момент критичний. От дуже хочеться, щоб у цьому році ми ніколи не ділилися на лікарів і на пацієнтів. А дійсно, як пан Ігор зауважив, поважали один одного. Ви знаєте, коли ви зараз розповідали про перемоги, я відчувала ваші емоції, вашу гордість за те, що ви зробили. Дозволю собі невеликий жарт. Я пам'ятаю, як... Мені моя подруга розповідала, що коли в неї були пологи, був присутній на них її чоловік, і коли він побачив, як все, власне, відбувається, він потім їй сказав, тепер я знаю, ти можеш витримати все. І от зараз в мене таке питання. Наші лікарі, які так стрімко, як наші військові, росли в 2014-2015 році, росли так стрімко у 2020-2021 роках, чи не поїдуть вони і далі за кордон, як це ми спостерігали? Ви знаєте, ведь вопрос отъезда за границу, он имеет несколько причин. С одной стороны, безусловно, это заработок. И сейчас я могу точно сказать, что в Украине можно зарабатывать хорошо. С учетом цен, да, мы же не говорим о том, что там в Европе вы зарабатываете 5000 евро и тратите на жизнь 500, да, то есть вы зарабатываете 5 и тратите на жизнь 4, да, то есть тут всегда соотношение. А вот по отношению к тому, что у нас есть исход в Украине, да, и возможность заработной платы у медработников, я могу сказать, что частные клиники все в Украине испытывают кадровый голод, все. У меня вот сейчас открывается еще одна амбулатория, да, и мне бы очень хотелось, чтобы медицинского персонала любого уровня было больше, особенно квалифицированного, который хочет, умеет работать в современных условиях. Поэтому в Украине у медицинских сотрудников огромные возможности, на них большой спрос. Они как товар рынка, собственно говоря, HR, да, human resource, они настолько востребованы, насколько это вообще возможно, особенно сейчас, в период пандемии, когда потребность, да, серьезно возросла. Поэтому в момент отъезда за границу это либо еще ригидное сознание, когда в соседнем огороде, безусловно, морковка ярче, тут никто даже не говорит, да, либо вопрос абсолютно другого, изменение качества самой жизни, как того хочется тому человеку, который отъедет. Но, опять же, например, я всегда говорю, где родился, там и сгодился. Ну вот лично мне, конечно, больше комфортнее в тех условиях, в которых люди меня понимают, в которых у меня есть друзья, в которых я могу прийти к подружке на чай, даже если это ночь, и она спит. Да, что никогда невозможно в странах Европы. Поэтому тут вот вопрос того, что хочется, что является запросом того человека, который уезжает или не уезжает за границу. Но я думаю, что потребности истины, то есть вопрос финансовый, на данный момент у медработников должен стать, ну, отнюдь не на первое, не на второе место. Ваша думка? Ну, я, может быть, даже скажу немного по-другому. Я вообще считаю, что во всем мире самая сложная специальность — это медицинский работник, врач, медсестра, вот, которая, на которую колоссальная нагрузка психоэмоциональная, физическая и так далее, и так далее. Я вам хочу сказать, что у меня мои коллеги работают и в Германии, и в Великобритании, и в Польше, и я вам хочу сказать, что там колоссальный отток именно медицинских работников, которые ищут лучшей жизни. И сегодня вот у меня моя коллега работает в клинике Шарите в Берлине, и вот она говорит, что работают все иностранцы,
немцы не хотят работать, они не хотят, они могут зарабатывать в магазине Mercedes, продавая машины, такие же деньги, как зарабатывает медик, но спать спокойно, а не претерпевать такие, конечно, это колоссальная ответственность. И сегодня вся медицина, медицинская общественность всего мира, она сегодня претерпевает колоссальных, вот на сегодняшний день, ну вот, кризис. Потому что сегодня не хватает врачей в Великобритании, они берут, они уезжают. Вот, казалось бы, благополучная Великобритания, там, где самая высокая зарплата медиков, они работают на износ, они, иногда они просто не выдерживают тех нагрузок, которые на сегодняшний день существуют. Поэтому вопрос отъезда с нашей страны, он, в общем-то, можно поставить в любой стране. Почему отъезжают медики в Великобритании или в Берлине, и те же самые будут проблемы. Потому что колоссальная нагрузка, колоссальная ответственность, колоссальные риски, а вообще нет времени ни на семью, ни на что, если ты работаешь в этой системе. И естественно, что не все хотят потом раньше умереть. Количество суицидов, количество заболеваний, количество инсультов. У кого? У медиков больше. И многие не хотят. И многие в цивилизованных странах не хотят. А я вам хочу сказать, что... Что до украинских лекарей? Те люди, у которых есть семьи, и у которых есть где жить, и у которых есть что оставить, они не уедут. На сегодняшний день будут пытаться счастье те люди, которые молодежь, которые владеют языками, которые хотят новых технологий, хотят другой жизни, более такой вот динамичной, может быть. Но опять-таки нас никто не ждет. Поверьте, нас никто не ждет. У них свои менталитеты. Надо жить, знаете, как говорит народная мудрость, надо жить своим народом. Это принесет счастье. Дай Бог, чтобы и главное, чтобы, и главное, чтобы власть думала, что нашим медикам лучше, чем у нас, нигде не будет. И она должна создавать условия для этого. Повністю з вами погоджуюся. Пане Ігоре, будь ласка, стисло відповідь на моє попереднє питання, бо у нас залишається буквально декілька хвилин, а є ще одне питання, яке ми не можемо просто оминути у цьому ефірі. Спасибо. Я думаю, що відток медиків поки не вдасться зупинити за границю, тому що дійсно люди едут не только за высокими зарплатами, но и за качеством жизни. И на это влияет много факторов. Возможность жить в стране, где работают законы, где ты чувствуешь свою безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому есть еще куда стремиться в Украине не только для медиков и для всех. Вот. Но и медики действительно работают очень тяжело. И в Украине даже в частных клиниках условия работы медиков – это очень длинный рабочий день. Это необходимость брать большое количество рабочих часов для того, чтобы опять-таки получить более высокие материальные вознаграждения и обеспечить себе лучшую жизнь своим детям. Поэтому будут еще пока уезжать, но Украина должна бороться за медиков, потому что действительно, ну, лучше, чем работают наши врачи в Украине, другие врачи работать не будут. Ни из Китая, ни из Индии. Не из европейских стран. Наш славянский менталитет, он может реализоваться полноценно только здесь, в Украине. С этим важко сперечатися. Поэтому надеюсь, что государство будет бороться за медиков. І за своїх громадян, і за які б залишалися у власній державі. І коротке питання, будь ласка, залишається буквально декілька хвилин, але все ж таки, маємо на дворі 2022 рік. А наприкінці того року я чула різні думки, наприклад, про те, що ми мали дуже таку активну, заразну і агресивну дельту, через яку досить важко переносилася хвороба, ми маємо зіткнутися з омікроном, але і чула таку позитивну думку від досить відомої людини, яку багато хто поважає, що все ж таки у 2022 році ми приборкуємо вірус. Це не значить, що він зовсім піде з нашого життя, що будуть щеплення, бустерні, додаткові дози, скоріш за все, щорічні, але все ж таки є надія, що вже про пандемію ми розмовляти не будемо. Як вважаєте, чи є в нас ці шанси? Ну, я не настолько оптимист, наверное. Я считаю, что эта пандемия будет развиваться по тем же законам пандемии, что и были до этого в мире, поэтому... Лично мое мнение, что это будет продолжаться 4-5 лет, да, возможно, со снижением активности, но вот если мы сейчас вспомним прошлый год и первую волну прошлого года, когда вот мы ждали дельту, да,
и нам говорили, что она будет более массивная, но легче, потому что она будет легче переноситься. Ну вот коллеги не дадут соврать, это было настолько легче, что мы чуть не погибли от нагрузки. Поэтому я бы очень пока осторожно относилась к прогнозам по омикрону. Зрозуміло, Ігоре. Я думаю, что если мы добьемся всего, о чем мы говорили до этого, то наши шансы победить эту пандемию возрастут. Но, в конце концов, если мы не победим полностью, то мы должны научиться жить в этих условиях, и мы учимся этому каждый день. В общем, думаю, что... Хочу смотреть в будущее с оптимизмом. З вами погоджуюся, також хочеться вірити у світле майбутнє, пані Олено. Я тоже очень оптимистично настроена, но очень объективно, потому что сегодня, даже если будет спад нового вируса, будут другие вызовы. И главный месседж, который я хотела, вот, о чем бы я хотела сказать, о том, что мы должны быть готовы к любым вызовам и природы, и судьбы. И поэтому для этого мы должны всегда быть готовы. Мы должны, ничто не должно нас застать врасплох. Мы должны быть профессиональными. Должно очень много внимания уделяться властью, прежде всего. Мы должны быть постоянно учиться, учиться быть лучше. Мы должны сохранить наши кадры. Мы должны с уверенностью смотреть вдаль и знать, и наши люди, наш народ должен знать, что мы на страже, мы всегда готовы помочь, и мы достойны оказать достойный отпор любым вызовам. Дякую вам на цій позитивній ноті. Власне, ми будемо закінчувати цей ефір. Я дуже вдячна нашим гостям, які сьогодні завітали до нашої студії, а також дійсно нашим глядачам, що ви залишаєтеся з нами. І мені залишається побажати вам всього найкращого, ну і в першу чергу міцного здоров'я.